Здравствуйте, хотела бы сделать небольшой обзорчик на игрушечки и вкусняшки для котиков, которые мы сегодня купили. Первая это будет очень классная игрушка, вот такая вот птица, которая привязывается к двери. И котики, она отпружинивает, они играют с лапками. Она вот такая вот мягкая, очень легкая, думаю, котикам будет очень удобно. Стоит она всего лишь 200 гривен, в принципе, это нормальная, адекватная цена, доступная. Вот так эта птичка выглядит, очень приятная на ощупь. Вот такая вот. Так, следующая игрушка это вот такая вот. Вот, это котики в зубках носят, в принципе, такая игрушечка, потому что она очень легкая. Там внутри кошачья мята идет. Вот такая вот игрушечка. Стоит она 60 гривен. Также мы купили попробовать нашим любимцам вот такой вот корм Феликс с томатами. Вот такой стоит он 11 гривен. Тоже абсолютно доступная цена. Вот, и купили новинку клуб 4 лапы, вот такой вот с кусочками рыбки, тоже протестим. Я думаю, в принципе, им понравится, потому что мы стараемся давать им что-то новенькое. Вот, вот такой был небольшой обзорчик на сегодняшние покупочки. Всем большое спасибо!